Дубль Владислава Кары принес победу Югре в Туле. Накануне подопечные Вадима Япончинцева продолжили выездную серию игр. Соперником стала команда АКМ. Югорчане начали встречу резво и уже к третьей минуте матча вели со счетом 2-0. Шайбы в свой актив записали Иван Ежов и Роман Крикуненко. Ответ хозяев льда последовал через 5 минут. Но больше шайб в первом периоде болельщики не увидели. После перерыва югорчане усилиями Владислава Кары увеличили отрыв в счете. Туляки спустя 4 минуты вновь сократили отставание и смогли выровнять игру. Нарушил этот баланс нападающий югорской команды Владислав Кара. 4-2. Уверенная победа Югры.